Доказано, что чем лучше вы понимаете, что какие чувства вы на самом деле испытываете, тем лучше вы способны адаптироваться, тем более правильные решения вы можете принимать, и тем лучше вы выстраиваете отношения с другими людьми. Вот, потому что другие люди тоже эмоциональные существа, как это ни парадоксально, и тоже они как-то реагируют на нас, на обстоятельства, в которых мы вместе с ними оказываемся и так далее.